Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по новому расширению ADV Time. У меня вот значок установлен. Здесь, друзья, не только заработок без вложений, но также можно рекламить свои проекты, давать рекламку. И в этом видео я хочу показать, как ставить свою рекламу. Значит, прежде чем давать рекламку, нужно пополнить баланс. Здесь много видов рекламы и цена разная. Можно и за 50 центов поставить рекламку, за 75 центов, даже за 1 доллар на целую неделю. Я буду ставить на 75 центов. Я вчера посмотрела, как бы. Нужно прежде всего пополнить баланс. Вставляю 0,75. Кликаю далее. И у нас здесь что? Мы видим Pair и FreeCassa. Кликаю оплатить. Меня перебрасывают на платежную систему. Ну и далее по накатанной. Как? Ну, все мы умеем пополнить. У меня на балансе покупок 75 центов. Значит, здесь есть вебмастер, рекламодатель, реклама и расширение. Я кликаю рекламодатель. И мне вчера показывали рекламку. Здесь пока ее очень мало, но тем не менее реклама есть. И я просматривала баннерную рекламу. Здесь шикарные баннера. Шикарная реклама баннеров. Вот, и кликаю купить баннеры. Так вот сюда далее перейти к покупке баннеров. И меня перебрасывает. Так, не то. Не то, друзья. Где-то я видела это за неделю. Реклама и расширение. Вот это. Значит, вот реклама и расширение, самая нижняя. Размещение рекламных тизеров, размещение рекламных баннеров и размещение рекламных видео. Вот баннеры. Вот это то. Кликнула я на баннер. Добавить баннер. И смотрите. Минимальные пополнения здесь от 50 центов за 1000 просмотров. 1000 показов за 5 секунд. 50 центов. Значит, сюда я от 0,75 у меня как раз на балансе. 10 секунд, я думаю, этого будет достаточно. Значит, давайте все делаю в режиме онлайн, показываю. Сюда адрес сайта, значит, то есть реферальную ссылочку. У меня вот проект на предстарте, и я хочу проверить. Я всегда проверяю новые расширения на рекламу. Если меня все устроит, так, то я, естественно, буду продолжать здесь рекламить свои проекты. Что-то. Так, вот встала моя реферальная ссылочка. Здесь баннер. Выбирайте любой баннер. 728 на 90, 240 на 400, ну и 468 на 60. Я вот этот баннер. Значит, перетащить файл. Так, вот выбрать файл. Вот мой баннер. Вот. И что здесь? Он должен стать. Вот посмотреть детали. Так. Вот это что? Закрываю. Все, вот у меня баннер встал. Так. Оплатить нет назад.
Значит, что далее делаем? Так, баннер я выбрала. Так, ссылочка, баннер. 75 центов, значит, показать каждому не более чем. Здесь написано без ограничений. Нет. Не более одного раза. Это будет достаточно, потому что если человека или нет, не более двух раз. Так. Это будет достаточно, если человека заинтересует рекламка, и он кликнет по баннеру. Далее. Показывать каждому не чаще, чем... Здесь опять без ограничений. Нет. Раз в 30. Так. Раз в час. Часто тоже, знаете, не надо спамить. Я не люблю такого. Разрешить показ... Без ограничений. Но здесь мы оставляем без... И мужчины, и женщины посмотрят. Без ограничений. Здесь без изменений. Значит, здесь ограничения по возрасту. От 14 до 64 лет. Превосходно пусть. Так. И язык тоже без ограничений. Здесь можно русский, английский. Ну, пусть так будет. И здесь я тоже менять ничего не буду. Значит, все я сделала. Далее сохранить. И что? Баланс оплатить. Как мы видим, вот у меня 0,75. И кликаю оплатить. Все. Вот видите, у меня здесь как бы неактивен. Две вот. Вот эту неактивен. Можно, вот видите, я еще можно удалить. Окей. И все. И вот моя активная рекламка. 1000 показов. Статус активен. Оплачено. Ну и все. Здесь редактировать, удалить и... Это я не знаю. Просмотра. Наверное. И здесь будет вот как бы вот статистика. Вот таким вот образом как бы мы размещаем рекламку. Вот. Ну, в принципе, надеюсь, моя информация была вам полезна. Кому интересно, рекламьте свои проекты. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.